Добрый день, уважаемые слушатели! Вас приветствует канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Нам всегда интересно ваше мнение. Ну а сегодня мы с вами поговорим о 7 законах Вселенной, которые вы нарушаете, и почему не ладится у вас жизнь. Существует 7 основополагающих законов, по которым живет Вселенная. Незнание их не освобождает от ответственности. Знание поможет не совершать ошибок, достичь гармонии и жить счастливо. Итак, первый закон – это закон пустоты. Если вам нужны новые туфли, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами. Новое приходит лишь тогда, когда вы избавляетесь от старого. Помните об этом. Следующий закон – это закон циркуляции. Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете. Третий закон – закон воображения. Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении. Сделайте описание своего идеального дня и не показывайте его никому, кроме того, кому вы доверяете. Храните это описание где-нибудь под рукой и в свободное время перечитывайте его. Закон четвертый – закон творчества. Человек может достигнуть процветания посредством энергии своего мышления, интуиции и воображения. Главное – захотеть. Следующий закон – закон пятый – закон воздаяния и получения. Если вы отдаете что-то, то это возвращается в десятикратном размере. Помните об этом. Когда вы получаете благо, очень важно делиться ими с окружающими. Если у вас дар, и вы не используете его, то оскорбляете вашу божественную сущность. Чтобы с должной почтительностью относиться к своим способностям, вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь. Помните об этом. Не жадничайте. Шестой закон – это закон десятины. Вселенная всегда возьмет свою десятину, хотите вы этого или нет. Таков уж закон Вселенной. Это просто закон благодарности, источника поддержки. 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам. Деньги – это обычное явление, но оно также может прийти в виде примирения с кем-то, с новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления. Последний закон – закон всепрощения. Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя. Друзья, задумайтесь над этими законами. Мы надеемся, после того, как вы просмотрели это видео, вы немножко изменитесь, улучшите свой образ жизни и не будете нарушать законы Вселенной. С вами был канал «Эзотерика для тебя». До новых встреч!